Эупатриды. 90-й термин древнегреческой истории, в истории древнего мира, история за пятый класс. Пятиклассники, здравствуйте. Итак, термин 90-е эупатриды. В переводе с древнегреческого эупатриды означают хороший и даже славный отец. Полный этимологический перевод благородные. То есть хороший, славный отец, благородные. Эупатриды – это древнейшая аттическая аристократия, лишенная потом реформами Солона преимуществ перед остальными гражданами Афин. Когда основой социальной стратификации стало не происхождение, а имущественное положение. Создание класса эупатридов традиция приписывает Тесею. По преданию, Тесей разделил общество Аттики на эупатридов, геоморов, то есть земледельцев, и демиургов, то есть ремесленников. Итак, Тесей разделил общество Аттики на три класса, а именно эупатриды, геоморы, земледельцы, и демиурги, ремесленники. Плутарх проводит параллель между эупатридами и римскими патрициями. Итак, еще раз определение. Эупатриды, в переводе с древнегреческого «хороший, славный отец» или буквально «благородные», это древнейшая аттическая аристократия, которая потом будет лишена реформами Солона преимуществ перед остальными гражданами. Атисей разделил Аттику на три класса. На класс эупатридов, земледельцев и ремесленников. По-другому земледельцы назывались геоморами, а ремесленники – демиургами. Спасибо за внимание. Следующий термин, 91-й, экклесия, мы рассмотрим в следующий раз. До свидания.